как вы уже видите, мы все здесь абсолютно дома поубирали, всю мебель, все. Только остался один дядевовый паровозик, и, собственно, вот такие вот игры у нас сейчас будут начинаться. Для этого у нас есть два вот таких вот лысых начинающих олимпийских игрока. Правило игры заключается в следующем. Кто дальше всего вот это прыгнет от этой печи, тот и выиграл вкусный свежий кусок пирога из холодильника. Итак, друзья, не будем тянуть, начнем. 3, 2, 1, пошел! До последней ступеньки, не понял. Ой, а где они пропали? Что это такое? Что это за мистика? Боже мой, лысый я! Что это за дядя? Что ты смеешься, брателло? Посмотрите, друзья, вот это, собственно, когда к вам прилетит дятел, то он будет выглядеть вот так. Вот, пожалуйста, домашний дятел, собственной персоной. А вот этот лысый что-то вообще приуныл, я не могу даже его подобрать. Ну ладно, если еще раз это... Ой! Ё-моё, дятел улетел дальше всех. Вот это да, ой, что-то какой-то ты страшный, черный. Кстати, друзья, зацените мой ремонт, я решил все убрать. Ну, так сказать, минимализм всегда в почете. Вот этот лысый, конечно, преображается здесь как черт черный. А вот этот дятел, ну, чё тебя коматозит, брателло? Посмотрите, вот это судороги, это да. Это когда я в детстве у мамы просил купить Sony PlayStation 5, вот это точно так же меня коматозило в магазине, ё-моё. Купите, купите приставку, приставку, купите, купите, хотите ли, хотите ли, хотите ли, не хотите ли, родители. Купите приставку Sony PlayStation 5, хотите ли вы или не хотите ли, купите ли вы, родители. Ну все понятно, в общем, не купили приставку лысому, и у него начался коматоз. Брателло, хорошо, что ты похож на дятла. Главное, что ты не белочка пришла, ё-моё. А ну-ка, если его еще раз вот так вот закрыть, ой! Не понял! А, так это что, второй вылетел? Я не понял. Так а это тогда как выстрелил? Боже мой, я все перепутал. Ну ладно, друзья, в этом противостоянии я решаю, ну, как бы, ничего я тоже не хочу отдавать. Ну ладно, начнем все заново. Откроем вот эту печку, посадим лысого молодого человека, возьмем этого лысого человека, посадим то... Нет, ну ты, брателло, так не лежи, ну посмотри. Ну я же тебя не на пляж отправил лежать, ну посмотрите, лежит вообще как туз. Как туз козырный лежит, ё-моё! Лысый, ну-ка вставай, вот посмотри, ну, а, могу поднять, могу, вот так, вот, ну, друзья, плюс-минус, я думаю, что, если учитывая, что они держатся за ручки, то все должно получиться, 3, 2, 1, пошел, хоро, ой-ой-ой, вот это, ой, ничего не понятно, снова какой-то кто-то выстрелил, какой-то дятел прилетел, а ты дятел или ты кто, ты белочка или дятел, черт его, судя по выражению лица, к этому явно пришла белочка, еще и желтая, о, я понял, о, ничего себе, он встал, лысая и желтая белочка, ну-ка, если закрыть сейчас, то ничего не произойдет, мне интересно, готовится, что-то пишется, готов, ой, непонятно, ну что произошло, вы видите, ну у меня постоянно какая-то мистика в этой игре происходит. Лысый, тебя что, загипнотизировали? Посмотрите, это какой-то гипноз. Алло, я здесь, я твой старший брат. Ну хорошо, если еще раз закрыть, что, снова будет какой-то взрыв, я не пойму. Ну-ка, лусь, понятно, это какая-то бесконечная игра. Ну ладно, мне нужно его забрать, я не пойму. Боже мой, так хорошо еще ему никогда не было, ну вы посмотрите. Ну хорошо, если этого положу вот здесь, теперь, собственно, вот так вот закрою. Этот сюда выстрелил, и что теперь будет, я не пойму. Хоп, а этот опять телепортировался сюда. Ну посмотрите, и снова ловит кайфарики. Ну что такое, я не пойму, стоп. А ну-ка еще раз, моя арифметика напрочь сломлена. Ну посмотрите, этого я ложу сюда, этого я не могу поднять. Но когда я закрываю вот это, этот падает вот сюда, а вот здесь что-то готовится, и этот выстреливает снова сюда. О, уже этот здесь, ну ё-моё. Почему из них один кто-то постоянно меняется и получается на вот этом месте? И я не могу его подобрать, я могу только вот так вот закрыть. И что это? Не пойму, и этот пропал. Итак, лысые, я приготовил для вас новое задание. Кто у нас, ну так сказать, быстрее всего спустится по этой лестнице? Этому явно эта идея не нравится. Ну, братаны, игры есть игры. Вот так нужно, хопа, вот так садимся. А теперь, друзья, можете поставить свою ставку. Ставите на лысого медоеда или на желтого мопеда. Итак, друзья, все честно, смотрите. Поставьте сейчас видео на паузу и напишите, вы за лысого медоеда или за желтого мопеда. Так вы сможете проверить свою интуицию, кто выиграет. И не забудьте обязательно поставить лайк на видео. Итак, друзья, начнем. 3, 2, 1. Лысый медоед против желтый мопед. Лысь! Хару! Ой-ой-ой, я все видел, все заметил. Все было заметно. Лысый медоед у нас на втором месте, а желтый мопед на первом. Ну ладно. Ну, друзья, я предлагаю провести 3 раунда. Первый раунд выиграл лысый медоед. Ё-моё, лысь! Чё-чё-чё такое, не пойму. Ну-ка, лысый медоед, вставай. Лысый медоед вот сюда вот садится снова. А у нас желтый мопед у нас вот так вот снова. Вот сюда. Хопа. Ну, теперь, друзья, с этой стороны закроем. 3, 2, 1. Хорош! Этот явно круче!
Брателла, ты реально круче. Так вас положу, чтобы вы сделали сальто назад. Этот вообще под печкой. Ой! Ну ё-моё, чё-то не произошло, непонятное, лысые, стоп. Вот так, нужно одного положить вот так вот, взять вот этого и положить тоже вот так вот, чтобы они сделали сальто назад. Это, друзья, супер игра. Интересно, кто из вас победит, если вы будете делать сальто назад? 3, 2, 1, лось! Хорош, сальто, ой, вот этот вообще на ноги стал, я так только и не понял, или перетасовались как-то, или это желтый медоед выиграл, поэтому это сальто назад было очень крутое. Все, братаны, у вас ничья, и мы переходим к следующему уровню. Следующий уровень называется «Уничтожить памперсами дядя Вовин паровоз». Вот, собственно, друзья, лысый медоед первый начинает эту игру. Тебе нужно прыгнуть на крышу паровоза и уничтожить ее памперсами. 3, 2, 1, прыгаешь. Ой, недолет был, недолет. 3, 2, 1, прыжок, лысь. Ничего не получилось, ни черта. Ну-ка, лысый, теперь ты, лысый мопед, драндулет. Вот этого точно что-то получится. Ну-ка, лысь. Нет, ничего, ничего себе. Ну-ка, мне нужно паровоз этот реально переставить куда-нибудь хотя бы вот сюда. Так, друзья, ой, 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 сейчас паровоз провалится. Быстро, быстрее, 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 быстрее. Лысь. Опа, вот это я взял кого? Лысого медоеда или драндулета желтого? Ё-моё, я перепутал. Ну ладно, друзья, скорее всего это был лысый драндулет. Ну, плюс-минус, положим их вот так вот одинаково. Я думаю, что они лежат почти поровну. Ну хорошо, братаны. 3, 2, сейчас я сяду вот так вот. 1, кто из вас первый долетел? Чё-то непонятно. Этот как-то подлетел, вот туда вот полетел, а этот еще тогда вот сюда прилетел. Ну, непонятно, кто из вас был первый. Ну, еще раз по-быстрому сейчас мы попробуем. Очень быстро. Ну, братаны, 3, 2, 1. Вот это... Друзья, кто заметил? Я лично не заметил. Кто из них первый долетел? Правый или левый? Ну, непонятно. Кто заметил, можете написать это в комментариях. Итак, друзья, испытание номер 4. Кто самый первый выстрелит из этой духовки, тот выиграл новый вкусный кусок пирога из нашего холодильника. Ну, у нас его, конечно, нету, но взамен вы получите вот такой вот Kinder Surprise. Оп, заходим. Одни головы торчат. Ой, кто лысый медоед, кто драндулет, ничего себе. Но здесь ничья, здесь конкретно ничья. Поэтому вы выиграли вот так вот еще по одному яйцу. Одно яичко и второе. Ой, то есть у тебя уже было 2, значит ему еще одно второе. Ой, ему это не особо-то нравится, поэтому отправляемся снова в духовку. Братаны, залетай, налетай, торопись, только не суетись. Ой, суета, суета нагнетается. Братаны, вы нагнетаете суету. Братики, вам очень сильно повезло. Я придумал еще очень одну интересную игру. Можете пока полежать, а я возьму мыльный пистолет из этого магического сундука. Ваше задание противостоять моим выстрелам. Вы будете лететь, а я буду по вам стрелять из мыльного пистолета. И кто из вас будет круче всего уворачиваться от пуль, тот и выиграл. Ну-ка, закрыть эту, где тут духовку закрыть? Закрыть? Ой, в смысле, не получилось. Ну давай, кто это будет стрелять? Лусь. Ой, ё-моё, лысый, это ничего не получилось. Мы вас не ждали, до свидания, лусь. Ой, друзья, знаете вы, давно я хотел этот сделать эксперимент. Мне нужно отойти вот так вот в конец коридора и попасть прямо лысому в лысину. Ну, примерно вот так вот на 10 градусов берем выше подбородка. И вот так вот лысь. Ничего себе, куда я попал? Ну-ка, ниже чуть-чуть. Лысь. Ой, хорош. Лысый, я тебя превратил бесплатно в единорога. Ты теперь бесплатный единорог, у которого отвалился рог. Ё-моё. А если вот так, хопа, вот это какой-то слушательный аппарат. Вот так, хоп, ой. Ой, друзья, появилась у меня очень одна интересная идея. Если я возьму вот это вот кольцо и приделаю его вот сюда, и буду лысыми забрасывать кольцо. И кто больше забьет очков, тот и победил. В общем, друзья, я специально разместил это кольцо вот сюда вот таблом, чтобы я видел, сколько кто забил очков. Итак, друзья, думаю, можно начать. Закрываем дверьку, лысого берем вот сюда вот ложим. Итак, на, ой, итак начинает первый лысый желтый медоед. Вот так, закрыть. Ой-ой-ой, чуть-чуть не долетел, но у него есть второй шанс, он сейчас будет выстреливать. Вот, снова не долетел. Ну-ка, братаны, вот так вот, вас как-то вот так вот нужно аккуратненько, аккуратненько, лысый, сюда. Вот так, вот так, во! Вот это, мне кажется, что-то может, что-то получится. Лысый, вот так, хопа, во! Ну, хотя бы вот так. Теперь, 3, 2, 1, закрыть! Ой, снова не долетел, кто-то сейчас выстрелит, смотрите, будет... Ну снова, о, тебя вдвоем застряли. Вот дятлы лысые. Лысый, ты меня прости, но что-то баскетбольное кольцо не засчитало твой гол. Я не пойму, что случилось. Я даже не могу тебя оттуда забрать. Смотрите, а, не, я зашел. Я думал, это сатанический круг, сюда не можно зайти. Смотрите, я не могу его поднять. У меня не светится кнопка взять малыша. Ё-моё. Вот демоны сатанические, смотрите, друзья, я реально, я не могу просто запрыгнуть. Меня игра уже не пускает туда, я не могу что-то запрыгнуть туда, вот демоны. Лысые, так просто я не сдамся, я пришел сюда с пистолетом мыльным. Лусь, хорош, забил, ну-ка еще раз. Ничего, смотрите, как он
пули отражает. А не, не отражает уже. Лусь. Хорош. Во, вот это да. Теперь я вижу результат, братаны. Ну, так сказать, 1-1. Потому что никто из вас не выиграл. Я просто вас оттуда выстрелил пистолетом мыльным. Итак, друзья, следующее испытание самое интересное. Мне нужно вот это убрать, вот это кольцо. Итак, братаны, мне нужно вас аккуратно вот так вот посадить. Вот так, смотрите, вот так, хопа. Итак, друзья, у нас есть две машинки. Одна желтая, одна зеленая. Начнем с зеленой. Первый начинает лысый медоед. Итак, друзья, правило игры заключается в том, чтобы я запустил вот так вот машинку, и чья машинка заедет ровно в туалет, тот и выиграл. Начнет лысый медоед. Ставим машинку, пошел! Пошла! Ой-ой-ой, влево взяла очень сильно. Ой-ой-ой, хорош! Ну давай, дадим еще один шанс. Нет, машинка полностью сошла со своего рейса. Поэтому мы ее пока отправляем в духовку. Вот так вот, хоп, закрываем ее там, все. Теперь берем другую машинку, желтую, лысого мопеда. Теперь начинает лысый мопед. Ну-ка, брателло, посмотрим, как твоя машинка поедет. Вот так вот, ставим, пошла, ой, ровно идет. Ой, сразу сбилась с курса, ой, даже не доехала, боже мой. Ну, друзья, начнем еще раз. Да че ты орешь, хорошо, сейчас еще раз начнем эту игру. Эту машинку мы пока отправляем в духовку, а зеленую берем с собой. Ну-ка. Здесь закрываем, лысый, ну-ка, пришла твоя снова очередь, не плачь, брателло. Ставим машинку вот так вот, ровненько напротив туалета. Ну-ка, брателло, 3, 2, 1, пошел, я надеюсь, это, ой, хорош, пока идет нормально идет. Есть, брателло, ты выиграл, все, можешь не орать. Итак, друзья, вот эту машинку, которая выиграла в этой гонке, мы вот так вот ложим вот сюда вот в туалетик. Эта машинка пусть там покупается пока, а мы, друзья, дадим шанс еще лысому медоеду, ой, то есть лысому мопеду. Для этого мы берем вот эту желтую машинку и ставим ее вот здесь вот возле этого лысого медоеда деда, ой, то есть лысого мопеда желтого. Ну, у желтого мопеда желтая машина. Смотрите, теперь этот орет, а этот уже, ты хитрый какой. Теперь, когда его машинка выиграла, он успокоился, а этот начинает орать. Ну ладно, друзья, сейчас мы проверим, что оно будет. Вот так вот ровненько ставлю машинку. Лусь! Интересно, ой, ну снова она сбилась с курса. Ну ладно, братаны, я думаю, что это просто какое-то невезение, потому что, ну, чтобы все были равны, нужно машинку запускать с одинаковой траекторией движения. Ну-ка, 3, 2, 1, пускаем. Ой, ой, ровно пока пошла, ровно, брателло, ну это не судьба, брателло, вот ты знаешь, это называется ровно не судьба. Вот зато на кухню пожрать твоя машинка всегда поехала, так как ты в 3 часа ночи всегда просыпаешься, чтобы пожрать вкусно. Брателло, это была не судьба, ты уж меня прости. А вот этот человек конкретно выиграл вкусный кусок свежего пирога из холодильника. Но так как у нас его нет, ты выигрываешь кусочек огурчика, на! Ну ладно, братаны, дам вам последний единственный шанс. У меня есть в этом доме очень магическая, красивая стиральная машинка. Мы не будем ее в этот раз увеличивать, потому что мы хотим все проверить, чтобы было честно и порядочно. Лысый, ну-ка, у нас осталось последнее испытание, друзья. Итак, друзья, внимательно слушайте правила игры. Кто самый первый вылетит из этой стиральной машины, тот и 100% выиграл. Итак, закрыть и смотрим на этих космических космонавтов. Лысый, ты вообще-то в стиральной машине, ты можешь покрутиться вот так хотя бы для вида, чё ты сидишь? Ё-моё, ты же проиграешь, о, понятно, но зато голова у него закружилась, видимо, этот сильно напередел в стиральной машине, ё-моё, лысь, странно, и этот даже и выиграл, вот это да. Ну ладно, друзья, уважаемые дамы и господа, это видео аккуратненько подходит к концу. Если вам нравятся такие игры Ванивонка, обязательно напишите комментарий и поставьте лайк на это видео. Все, друзья, не пропустите мою следующую серию, которая будет не менее упоморочительна и интересна и необычна, чем это. Всем пока, всех вас люблю, обнимаю и поднимаю. И не забудьте поставить лайк на видео.